И вновь загорелся аварийный дом. В Ленинском районе полыхало двухэтажное здание. Задолжали 12 миллионов. Две многоэтажки в Волжском районе отрезали от электричества. Двухлетнего ребенка забрали у пьющих родителей. В селе Сухой Карбулак соцработники обнаружили мальчика, живущего в антисанитарных условиях. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ «Саратов» в 19:00.